В связи с поступившим обращением гражданина прокуратурой города проведена проверка в отношении средней школы 11 в городе Первоуральске на предмет соблюдения законодательства о противодействии коррупции, урегулировании конфликта интересов и по факту хищения бюджетных средств. То есть установлено наличие факта неурегулированного конфликта интересов у руководителя учебного заведения. Внесена информация на рассмотрение комиссии по служебному поведению в адрес главы городского округа. Информация, она подтвердилась, и в настоящее время принято решение об увольнении должностного лица с должности. Кроме того, при проверке доводов о хищении бюджетных средств, также доводы нашли свое подтверждение. Установлен факт, что должностными лицами похищались денежные средства, выделяемые учебному заведению на заработную плату работникам и стимулирующие выплаты.